Привет, друзья! Ставьте на паузу и подписывайтесь на мой канал. Я буду вам очень благодарна. У нас печальная новость. Режиссер, документалист, продюсер Александр Радов, заразившийся коронавирусом, умер на 80-м году жизни. Об этом сообщается на странице Академии российского телевидения в Facebook. Радова госпитализировали с подтвержденным анализом на прошлой неделе, а 16 апреля он скончался в клинической больнице номер 15 имени Филатова. Радов родился 23 июля 40-го года в Ленинграде, окончил Московский автотехнический институт и аспирантуру Новосибирского государственного университета. Работал в таких изданиях, как «Литературная газета», «Комсомольская правда», журнал «Огонек». С 77 по 82 год работал на центральном телевидении ведущим авторского цикла «Суть дела». С 91 по 96 год политическим обозревателем на ВГТРК, ведущим авторских циклов «Консилиум», «Коррупция», «Зал ожидания» и других. С 96 года организовывал независимые, производящие телекомпании «Всемирное русское телевидение» и телекомпанию «Жизнь». В 2002 году совместно с супругой, сценаристом и режиссером Ириной Васильевой создал студию «Фишка фильм». В числе его работ такие документальные фильмы, как «Борис Мессер», «Монолог свободного художника», «Больше, чем любовь», «Французский сон». Искренние и глубокие соболезнования близким, родным, поклонникам. Друзья, берегите себя и своих близких. Благодарю вас за просмотр. Делитесь видео с вашими друзьями. Пишите ваши комментарии. Подписывайтесь на наш канал и будьте в курсе самых последних и актуальных новостей.